Что в самом деле? Живешь-живешь, и такая скверна становится. А ведь кажется, все готово. И сваха вот уже 3 месяца ходит. Он тоже был на демонстрации, мы с ним познакомились и стали встречаться. Ну, это человек сильный, я бы сказала, брутальный. Такой вот мужлан. И, в общем-то, наверное, я его из-за этого в свое время и выбрала. Мне очень импонировало, что вот он может за меня набить морду. Он в пьяном угаре сказал, что он любил свою бывшую девушку больше всей жизни. Для меня это был шок, потому что как так? Почему меня никто никогда не любил больше жизни? О чем хочется поговорить с человеком в период, как сказать, глубокой интеграции? Ну, о чем-то прекрасном, да? Что-то услышать, какие-то слова теплые. А что я слышу? Я ее спрашиваю, о чем ты сейчас думаешь, дорогая? Она говорит так, покачиваясь в такт. Я недавно читала интересную книгу, это про средневековый Иран. Там сравнительный анализ издательства Российской Академии Наук. Я его привела к нам домой. Мама, конечно, была безумно рада. Если я представляю, какую сцену она вам устроила. Бурных сцен не было, но кислая физиономия была, естественно. А приданное, как приданное-то? Расскажи-ка вновь. А приданное? Каменный дом на 2 этажах. Да такой прибыточный, что истинное удовольствие. Один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. А собой-то как? Хороша собой. Рефинат. Белая. Румяная. Кровь с молоком. Сладость такая, что и описать нельзя. Уж как только женитесь, так вот, до этих пор будете довольны. То есть приятелю, неприятелю скажете, ай да Фёкла Ивановна, ай да спасибо. Ну там писали, как казни устраивали в древнем Иране, как сбрасывали со скал, сбрасывали, вот, как отрезали у мужчин кое-чего. Вот, ну, как можно вот заниматься глубокой интеграцией, когда вот... Я все понимаю, а ты зачем спросил-то? Ну, надо же о чем-то с человеком. А кто тебе сказал, что надо? А то есть не надо? А потом, какой вопрос, такой ответ? Нет, я поняла, о чем она думает. А зачем тебе это? Ну, смотришь, человек находится где-то. Он находится рядом. Ну, на самом деле он... Он отсутствует, он прострация. И надо спросить, где ты сейчас, что это? Ну, может быть, человек... От счастья на небо улетел. А человек как раз находится в средневековом Иране. Там, где казни, где грешниц сбрасывают со скал. У нас, как сейчас модно у молодежи, и секс, и кекс в первую минуту. У нас такого не было. Не было. Тут нельзя, там нельзя. Тут запретная зона, там запретная зона. То есть зона. Везде нельзя? Везде нельзя. А что же тогда можно? 2 года мы ночевали вместе, и между нами ничего не было. Ты можешь заняться этим с человеком, ну скажем так, первым попавшимся? Да, запросто. Ну, то есть не запросто, но бывают такие случаи, что тебя долго никого нет. Это да, ты просто идешь с подругами на дискотеку, там тебя пытается какой-то симпатичный очень мальчик снять, ты выезжаешь с ним на машине куда-то в другой конец города, целуешь подруг в щечку, они говорят, так позвони, пожалуйста, позвони. Утром ты просыпаешься. Этот человек уже бегает вокруг тебя, готовит яичницу, ты за 3 минуты собираешься, чмокаешь его в щечку, подбегаешь к лифту, у лифта он тебя ловит с вами, ну, телефончик, хотя бы телефончик. И, в общем, мальчик остается с мыслью, что, наверное, сняли все-таки его. Он себя чувствовал парией. Парией, конечно. Он стеснялся очень, и мама сердилась, что он не садится за общий стол. Он не садился, что он стеснялся. А сколько лет ему? Ему на 7 лет был у меня старше. А, 25 лет, он уже был мужчиной. Мы ходили на пляж, он поспал на меня песочком. Это было очень хорошо, приятно, романтично. Когда во дворе сухое вино после пляжа покупали, пьем вино, отдыхаем. И потом он очень красиво ухаживал, апельсины, как я сейчас говорю, мандарины чистил и в рот клал. Короче говоря, мама его выперла.
Через сколько времени? Буквально ни за что. Год мы прожили, один год. То есть это ваша первая любовь, можно сказать. Ну, вы как-то еще тепло относитесь. Я очень много пережила тогда. Очень много. Обыкновенная встреча, которая ничего не предвещала. И потом я почувствовал, что дома у нас кто-то еще есть. Кто-то есть третий. Нет, это был не мужчина, я сразу подчеркиваю, нет, это был даже не собака и не кошка. Нет, я думаю, ну у меня ощущение, что есть кто-то. Я говорю, слушай, кто-то у тебя там шевелится. Она говорит, да. Я говорю, кто? У меня там змея гремучая. А зачем она тебе? Она говорит, символ мудрости. Мне, собственно, к нему идти было некуда. У него не жил площадь, ничего у него ничего не было. Ну и так постепенно мы расстались. Я ему сказала, если ты уйдешь, мне придется с тобой расстаться. Он сказал, я при таких обстоятельствах жить в вашем доме не могу и не буду. Я считаю, что семья не нужна, это все обуза и все лишнее. Ничего это не нужно. А почему? Можешь как-то пояснить? Я хочу свободы. Мне кажется, свобода — это главное. И, во-первых, свобода сексуальных отношений. Можно иметь много партнеров. А когда ты в семье, тебе нужно быть верной своему мужу. Как только человек ложится, а тем более скидывает одежду себя, он перестает быть социальной единицей уже, общественной единицей. Он становится животным, ближе, больше животным, чем человеком, скажем так. И у него поэтому, если ты обращал внимание, что именно вот, например, сексуальные мысли, сексуальное возбуждение редко когда приходит, когда ты стоишь или сидишь. В основном, когда ты лег. Ведь в голове уже седой волос глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского-то дела. Не видишь, что он статский советник. Или какой там придворный. Мы таких женихов подберем, что на тебя не посмотрим. Что за чепуху несешь ты? Из чего ты вдруг решила, что седой волос? Где ж седой волос? Да как-нибудь седым волосом-то. На то и живет человек. Вы посмотрите-ка на него. То и не угодишь, другое не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ему под плечо не подойдешь. Ты врешь. А голос-то как труба. Ты врешь. Я посмотрю на себя в зеркало. Откуда ж седой волос? Эй, Степан, принеси-ка зеркало. Или нет, постой. Я сейчас сам посмотрю. Понимаете, я понял, что в одной квартире жить со змеей мне будет сложно. Да? С одной точно. И поэтому я тихо, мирно сказал, что слушай, у меня сегодня что-то плохое настроение, давай встретимся в другой раз. А другого раза не получится. А другого раза уже да. Мы поняли, что мы не подходим друг к другу. Пусть она остается со своей змеей, символом мудрости. Надо быть одинокой. Важно одиночество. А для чего? Для творчества? Чтобы служить Богу. А ты религиозна очень. Нет, я не принадлежу никакой религии, но все равно очень верю в Бога. И понимаю, что я должна всю свою жизнь себя посвятить. И это вообще задача каждого человека. Мы для этого сюда и пришли, в этот мир. Он представил ко мне, можно сказать, как панелист. Я просто как воспринимала его как друга. Во-первых, что моложе меня, это все препятствие для меня. Моложе, да? Да, что если 3 года, это для меня было это препятствие. А сейчас я прям согласна и на 15 лет моложе пофлиртовать. Сбоку стоят, он с музыкантами стоят, разговаривают, и в это время мы так прогуливаемся, да? Он меня увидел, говорит, Циля. Я говорю, да, это я. Он, вы знаете, он в тот же вечер мне позвонил по телефону, так. И он от меня не отстал. Он позвонил мне и сказал, что приходи ко мне на работу. Мы будем слушать Рахманинова и что-нибудь вкусненькое поедим. Я очень любитель вкусненько поесть. Прежде всего, для этого я поехала, а не для Рахманинова. Так. Вот тебе и божественная любовь.
Так. Вот, и я поехала. Приехала к нему в каморку, где он охраняет. Он прикрыл каморку, снял штаны. Так. У него не стоит. Угу. Он начал дрочить. Так. Говорит, сделай мне миньет. Ага. Я говорю, не хочу, ты старый. Так. Он сказал, ну что, я так и буду? Угу. Накручивать. Так. Я говорю, да, будешь. Он говорит, давай я тебе тогда вставлю. Ага. Я говорю, нет, я тебе не дам. Он говорит, а я сам возьму. Так. Потом стал расстегивать мне ремень на штанах. Так. И сказал, что покажи мне, что там у тебя. Меня это возбуждает. Ага. Ну, он меня снял штаны, трусы, потрогал, поцеловал. Ага. Ну, я потом все закрыла и встала. Он говорит, ты куда? Я говорю, я домой. Он говорит, нет, 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 не уходи. А я все равно убежала. Да, понятно. И какой вывод из всего этого можно сделать? Мужики все кобели. У них это вот как вот учиться, учиться и учиться. Так ебаться, ебаться, ебаться. Естественно, когда ты человека рассматриваешь на роль жены или там мужа, ты должен что-то в человеке видеть, то, что тебе нравится. Вот. Были моменты, которые мне не нравились, но которые по-своему настораживали тоже. Ну, например... Перед занятием сексом, она, конечно, это любила делать, но она просила, чтобы ей дали какое-нибудь возбуждающее средство. Она выпивала. Я ее спрашивал, что ты сейчас чувствуешь? Вот. И дальше у нас не начинался, конечно, бурный секс. Страстный? Страстный, который проходил в течение часа. Кусалась, царапалась? Ну, мне сейчас сложно об этом вспомнить. Я единственное могу сказать, что только на 51-й минуте она начинала что-то чувствовать. До 51-й минуты шли еще рассказы про иранские казни и так далее. Она не фригидная? Ну, мне было сложно у нее об этом спрашивать. Я не знаю, я же не врач. Ну, а кроме этой других там нет никаких? Да какой у тебя еще-то? Уже это что ни на есть лучшее. Да уж прямо самое лучшее. Хоть и себе в объезде, что ни на есть лучшее. Подумаем, подумаем. Приходи-ка послезавтра. Вот мы этак сядем, я лягу, а ты расскажешь. Да помилуй, отец мой. Я ж тебе третий месяц уже хожу. А проку-то нет никакого. А ты думаешь, что женитьба? Это как Степан! Эй, принеси сапоги! Встал и пошел! Нет. Порассуждать? Да посмотреть? Надобно. Он в ночь работает, вот я утром приду, мы дома отметим, с семьей. Час нету, два нету, семь вечера нету, но придет вечером. Я, конечно, говорю, а где ты был, почему ты... Он участковым работал тогда. Говорю, а почему ты не пришел? Не твое дело, где хочу, там хожу, а ты сидишь и сиди дома. И вот отношения как-то... А потом, ну как-то, знаешь, так получилось, что он вылил водку. Я говорю, да ты уже где-то так хорошо, тебе на какой тебе уже Новый год? Ну, он взял, значит, и вот это... Водкой, как бы, и на меня тоже. Вот это любит все плевать, плескать, плевать, я не знаю. Ой, и Таня мне все время говорила, Вика, почему ты встречаешься со старыми пердунами? Я говорила, Тань, понимаешь, у меня уже были отношения с ровесником, мне не хочется сидеть, мерзнуть на лавочке, сидеть с голодными глазами, вот, и просто, вот, ну, не знаю, вот, ну, не знаю даже, как объяснить, вот, то, что, не то чтобы без денег, ну, не то чтобы без денег, а вот просто не хочется вот такого, что было в ну, что уместно в 14 лет, вот мне для 18. Но она такая говорит, ну, Вика, я, короче, даю ему твой номер телефона, созвонитесь, что как решите. Наступает такой возраст у девушки, когда ей хочется совместить как-то свою жизнь и жизнь молодого человека. Ей хочется, а ему хочется? Но он же не знает, что он хочет. Мне кажется, он знает лучше, чем ты думаешь. Нет, он не знает. Он не знает? Нет. И вот надо как-то его, как-то ему намекнуть на то, что он все-таки знает.
В смысле, намекнуть на то, что он не знает, чего он хочет. И его убедить в том, что... Что он хочет жить с тобой. И не только. И не только с тобой. Да. Он хочет жениться, растить детей. Ты знаешь, что я тебе скажу по этому поводу? Я боюсь, что ты глубоко заблуждаешься. У него психология совсем другая. Он не хочет семью, он не хочет детей. Он хочет сиюминутных удовольствий. Вернее, он, может быть, в какой-то момент до тех пор, пока этих сиюминутных удовольствий не было, думает, что он всего этого хочет. Но боюсь твоего разочарования. После того, как удовольствия будут получены, не исчезнет ли он? И вообрази, сидишь ты на диване, и подсядет тебя бабёночка, хорошенькая такая, и ручкой тебя. А чёрт, как подумаешь, про какие в самом деле бывают ручки. Ну просто, брат, как молоко. Куда и тебе? Если, брат, у них только одни ручки, у них чёрт знает чего только нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, когда ко мне подсядет хорошенькая. Видишь, сам раскусил. Но осталось мне только распорядиться. Ты, брат, ни о чем не заботься. Свадебный обед и прочее, это я уж сам. Помилуй. Ты так горячо берешься, будто в самом деле уже свадьба. Он мне предложил руку и сердце. Я сказала ему, что я вас не люблю. Он сказал, моей любви нам для нас двоих хватит. Ах, какой джентльмен, а? Как кино. Он был очень в меня влюблен. Ну и, в общем, так получилось, я за него вышла замуж. У меня есть другая подруга, которой я завидую. Она занимается сексом, ну, как именно как для физической разрядки. И у нее тоже никогда с этим нет никаких проблем. То есть она тоже красивая девушка, она может снять молодого человека или спать с ним. У нее параллельно может быть 3 человека молодых. То есть она к одному заехала. Вот с этим не так нравится заниматься сексом. С этим не так нравится заниматься сексом. С этим не так нравится заниматься сексом. И при этом она так не вкладывает в это никаких эмоций. Я тебя женю так, ты не услышишь. Сейчас же едем к невесте. Ну вот еще. Сейчас бы и ехать. Ну что из того, что ты не женатый? Ну посмотри на свою комнату. Ну вот сапог нечищенный стоит. Вот целая куча табаку на столе. Да ты и сам лежишь, как байбак, весь день на боку. Это правда. Порядка-то у меня, я знаю сам, что нет. Ну, в итоге потом, где-то мая 2-го мы с ней все-таки встретились. Я тогда собиралась в институт, погода была пасмурная, я забила на институт, поехала на площадь Восстания. И выходит там этот красавец с гитаркой, собственно, вот стали общаться, пошли поели в Макдональдсе, потом прошлись по пасмурному Питеру. Он был очень хороший человек, но абсолютно непутевый. То есть он был как бы... Ну, богема. Я пришла на его концерт, на день рождения его группы, вот. Ну, как бы, слава богу, что я там не осталась, потому что было день рождения его группы, он напился, обливал со сцены, извиняюсь за выражение, показывал свои гениталии со сцены, жопу со сцены показывал. Ну тогда будь с ним жесткой. Говори ему нет как можно больше, как можно дольше. Трепи ему нервы, не отвечай на звонки, опаздывай на свидание 1-2 часа. Это подействует? Это может помочь. А если это не поможет? Если это не поможет... Тогда это тяжелый случай, тогда не поможет ничего. И спустя пару лет я однажды ее встретил на улице,
И она мне сказала, что у нее сейчас все нормально, есть один парень. Правда, говорит, ну вот в данном случае я немножко похвастаю. Она мне сказала, он немножко не дотягивает до твоего уровня. Я говорю, а в чем дело? Она говорит, ну понимаешь, когда мы с тобой занимались сексом, я себе капала, да? Я говорю, а что теперь? А теперь я капаю ему. Он к вам относился хоть нормально, как к человеку? Он плакал, ужас. То есть ужас, это был артист. Он плакал, когда выпьет немножко, так, ой, она меня не любит, устроит истерику. Что вы говорите? Ну, в общем, да, всякое было. Ну, в общем, короче говоря, значит... А скажите честно, он по бабам любил гулять? Нет, вот в этом отношении, хоть он был музыкант, никогда он мне не изменял. И никогда ни на одну женщину не смотрел. Никогда. Вообще, мне нравится человек, которому я нравлюсь. Всегда. Если я нравлюсь, обычно люди удивляются, как ты нравишься, и тебе сразу он нравится. Я говорю, да. Потому что я почему-то мало кому нравлюсь. И если я вдруг кому-то понравилась, то мне этот человек тоже автоматически сразу начинает нравиться. И все у нас хорошо. Да, такой человек был. Вообрази. Вокруг тебя будут ребятишки. И не то, что двое-трое, а может быть, целых шестеро. И все на тебя, как две капли воды. Да если они только шваны большие. Будут все портить. Сбросать бумаги. Да пусть портит. Ведь на тебя похоже. Вот штука-то. А на самом деле, даже смешно, черт подери. Такие какой-нибудь пышка. Щенок этакий. А что тебя похоже? Конечно, смешно. Поедем. Пожалуй, поедем. Он мне, конечно, беременный плевал в лицо. Я хочу вот это, что... прямо плевал. Просто взял, прижал руки к стене и плевал. Потому что и моя хозяйка говорит, Нина, я забыла кошелек, принеси мне. И я вышла, с четвертого этажа в ней кидаю кошелек и думаю, как хорошо, что она не видит, что я можно сказать, вся плеванная стою. Да помилуй. Тебе разве не нравится женатая жизнь, что ли? Нет. Нравится. Так зачем же дело-то стало? Да дело-то ни зачем не стало. А только как-то странно. Что странно? Ну как же не странно? То был не женатый, а теперь вдруг женатый. Он меня влюбился на сцене. Я пела песню «Огненная черта», свою песню. Вот, и согласно своему этому закомплексованному характеру, он меня не разыскивал. Вот, он, в общем, скучал и тосковал там по мне год или полтора. Потом случайно мы на Серафимовском кладбище, ну, как бы случайно столкнулись. Вот, я смотрю, он, значит, в военной форме, подполковник, преподаватель. Вот, я смотрю, значит, а мы на могилу пожарных пришли. Вот, я смотрю, какой-то мужчина такой с интеллигентным лицом меня прямо это сжирает глазами. Вот, ну, я думаю, надо подойти, поговорить, что там, какие проблемы. Думаю, я же человек такой коммуникабельный. Ну, вот, значит, я подхожу, начинаю с ним разговаривать там. Он говорит, хоть бы диск с вашими песнями там иметь там какой-то. Я говорю, да какие проблемы? В общем, выяснила, где он работает, записала там телефонами, обменялись, все. Да, мы духовно общались. На какие темы? Ну и о Боге тоже, о любви, о милосердии, о сострадании. А чем он занимался? Он астролог. То есть я пришла к нему на гороскоп. Угу. Так. Ну, там даже вот о низком и грязном даже и речи не заходило. Нет, заходило, он очень сексуальный, у нас был секс, я от него даже забеременела. Угу. Вот. Большинству мужчин нравятся стервы. И девушки, да, которые крутят романы одновременно с несколькими мужчинами. То есть их это заводит, им нужно добиться своего, они охотники. Понимаешь? То есть ему нужно знать, что у меня еще 5. Да. Ой, как хорошо. Поэтому тебе придется еще 5 завести. Угу. А вот когда он узнает тогда, что. Тогда ты должна ему понять, что да, у тебя еще. Этот, но ты его выделяешь из окружающей толпы. Но при этом, как бы, не давай ему главное, если ты хочешь за него замуж, он это должен получить как можно позже, лучше после свадьбы. Один раз я ему изменила, к нему пришел экстрасенс, его друг его лечить. Угу. У него там всякие оккультные воздействия магические. Угу. Он связан с всякими магами.
И ему было плохо от этих воздействий. Его экстрасенс пришел его исцелять. Угу. И я с этим экстрасенсом пошла его как бы провожать. Ну, как бы я домой, он домой. Но на самом деле я поехала к нему домой. Угу. Вот, и потом я еще ему изменяла, когда я у него не жила, но мы встречались. Я хочу жениться. Жениться? Да. Так вы жена. Так я же развелся. 3 раза у меня официально подавала я на развод. Очень хотелось и очень сильно. Он встанет на колени. Платье на мне, такое же хорошее платье порвал, мама моя подарила. Встанет на колени. Я дурак, я дебил, ты хорошая, ты умная. А, как-то он совершенно не нравился мне чисто по внешности так-то вот абсолютно... Ну, не нравился, то есть ничего такого не было, чтобы вот прямо вот ах и упасть. Он такой, это как бы, ну, слишком бледный, слишком худой, то есть даже, я бы сказала, не моя вкусь. Но в душу влез. Это очень редко, когда мужчина приходит, плачет другу, вот меня бросила там любимая. Нет, это, а у женщин это нормально. И поэтому такой институт подруг, такое образование, да, как подруги, это такая мафия, реальная мафия, действующая, активная. И они прекрасно, как разведка, как разведывательное управление. Вот у Моссад, там у ЦРУ есть операции, где 10 человек работают как один организм, единый слаженный организм. Вот так же вот у них. Они могут подстраивать, звонить в нужный момент, когда надо, или приходить нечаянно там что-то обронить, или там прикрыть спиной, или сказать, у меня подружка там осталась на ночь, на самом деле она где-то с другим. В общем, вот эти все моменты отработаны у женщин в прекрасном. И... Много историй я слышал об изменах, причем хорошие мужья вот изменяют тоже очень, очень специфическим образом, именно все подготавливая. То есть, вот, например, сказать, что ты едешь на покупку обуви себе, а обувь была куплена еще там неделю назад и спрятана у подруги. И потом ты уходишь, женщина уходит куда-то там на встречу с любовником, потом приходит к подруге, забирает эту обувь, как будто она была в магазине. Вот такие вот несложные, но как бы очевидные вещи, они женщинами очень легко проводятся в жизни. Есть у меня подружка, которая позвонила мне один раз в 2 часа ночи, когда я лежала в ванной, никого не трогала. Я встала, оделась, надела тапочки, надела платье. Что было лето, и пошла в тапочках к ней домой, потому что подруга кричала, что она вешается, и все пропало, потому что она пришла с корпоратива домой, заснула, ее молодой человек звонил ей 2 часа, она не открыла, потому что не слышала, потом проснулась, а там 38 неотвеченных вызовов. Ну, естественно, молодой человек сказал, что, ты знаешь, дорогая, мне не нужна такая гулящая девушка. Она говорит, слушай, я ж дома лежала, я спала, я была пьяная. Она говорит, я что, не знаю, ты была на корпоративе с мужиками. Ну, я позвонила молодому человеку, я вытащила с балкона девушку, которая собралась уже прыгать. Ну, она мне, конечно, поцарапала, были травмы. Потом мы пошли в охрану и попросили, узнали, можно ли кассету посмотреть, где записан ее проход, гуляющий в 9 часов вечера. Как она идет домой из корпоратива, одна, пьяная. Нам сказали, что да, это, конечно, возможно, не проблема. Мы вызовем наших компьютерщиков и дадим вам кассету, где есть документальное подтверждение, что она была пьяная одна. Ну, и, собственно, дело кончилось тем, что они, конечно, помирились, а плакала, прошу прощения. Но это нормально для человека, который любит. А твоя задача — поймать этого мужчину к себе в сети, женить и жить с ним. В любви. Вот я хочу понять, как это сделать. Вот. И для того, чтобы его поймать, тебе все время нужно оставлять у него ощущение, что он тебя не поймал. И тогда он будет стремиться к этому, стремиться и стремиться. Вот. Насколько я знаю, среди моих знакомых успешные браки строятся, как ни странно, именно на этом. Когда женщина все время оставляет иллюзию, что она в любой момент может уйти, что у нее кто-то есть на стороне. И у него нет времени бегать с другими женщинами, он следит за собственной женой. Чем занимаются большинство людей? Да. Они друг друга лгут, да. Бесконечно обманывают. Поскольку вся история человеческих взаимоотношений построена на лжи. Ну, сейчас это называется уже игра, там, особенность гендерных взаимоотношений и так далее. Но ложь стала второй составляющей человеческой натуры. Давно уже, очень давно, еще в незапамятные времена. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам. Ну вот еще. С ума сошел разве? Мне ехать? Да кто из нас женится, ты или я? Право, что-то не хочется. Давай лучше завтра. Если в тебе хоть капля ума-то. Не олух ли ты? Совершенно собрался и не нужно вдруг.
Ну скажи, пожалуйста, ну не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого? Ну что ты бронишься? С какой стати? Ну что я тебе сделал? Дурак. Дурак набитый. Глуп. Просто глуп. Хоть и экспедитор. Баба. Хуже бабы. Ладно, я еду. У него жена такая-то, он жаловался, что она слишком строила там туда-сюда, в общем, не давала ему там раскрыться. Ну, короче, вот так. И? Ну вот. В результате вот он начал, я развожусь там, все. Мне надоело это все, я больше не могу. Угу. А ты чего? Чего? Я сказала, что согласна. Я сказала, что давай вот... Разводи. Давай встречаться, да давай встречаться, давай сначала, для начала разведись. Потом давай мы творческий союз организуем. Мы пели в два голоса очень хорошо с ним, все знакомые просто обалдевали. Вот, мы два голоса пели. Очень здорово, вот как все говорили. Вот, ну и... В общем, я как бы была согласна. Я ему сказала, конечно, не надо сразу бежать в ЗАГС. Это да, это так. Но, в принципе, я согласна была. Я ему даже свечи в машину прикрепила. Вот свечи в машину в эту, не знаю, чья она. Вот, хочу их снять сейчас. Я ходила в клинику нетрадиционной медицины, к гинекологу, чтобы он проверил, ну, беременна я или нет. И, ну, он... Быстренько это проверил за 5 минут, но мы сидели с ним целый час, потому что он там мне изласкал весь клитор и обглазил все ноги. Вот. Он сказал, что у вас там какие-то воспаления или что-то, и вам нужен массаж. Я говорю, у меня нет денег, я не буду платить, поэтому мне это ничего не надо. Он сказал, нет, это не входит в отдельную процедуру, это все входит вот в этот вот сегодняшний сеанс, 400 рублей. И я вам сделаю. И он стал мне массажировать. Но он как бы вот двумя пальцами в презервативе засунул 2 пальца в презерватив и 2 пальцами там внутри вот мне водил. Но он еще задевал мне клитор при этом по ходу. Я ему говорю, вы знаете, вы что-то уже не там немножко массируете, я уже удовольствие получаю. Он говорит, ой, это даже очень хорошо. А вы часто оргазм испытываете? Я говорю, никогда не испытывала. Он говорит, о, ну что так плохо? Говорит, а грудь у вас чувствительная? Я говорю, абсолютно нечувствительная. В общем, он такие вопросы задал, которые не имеют абсолютно никакого отношения к данной проблеме, по которой я пришла. Ну, у него очень нежные руки, мне очень понравилось вообще. Я получила удовольствие. Я ему говорю, у вас такие нежные руки, что я сейчас получу оргазм. Он говорит, ой, это очень даже хорошо, чтобы произошла такая разрядочка женская. Ну, говорит, вы как-то слишком напряжены, расслабьтесь, вы немножко напряжены. Ну, в общем, все такое, в таком духе. Говорил, что я вышла и сказала своему мужчине, который меня ждал, что, ой, это полный маньяк, врач, все меня изласкал и строгал. И еще долго не хотела отпускать, уже пришла администратор и сказала, что есть уже следующий клиент. И он сказал, ой, да, мы задержались, и все не отпускал, я уже выхватила у него из рук эту, ну вот... Заключение мое и сама ушла. А, пока мы ели в сушке, то, ну, суши тоже тогда вот очень такая интересная ситуация произошла. Ему звонит его отец, спрашивает такой, типа, Илья, что ты делаешь? Он говорит, а мы тут сидим, загораем. Нет, мы не курим сигареты. У него просто отец против того, чтобы он курил. Вот, в итоге постояли мы около его друзей, пофотографировались на мобильный. Он там, у него такая привычка вечно была, он там одевал мои очки, одевал там всю мою бижутерию. Вот, ну я как бы посмеялась и так думаю, блин, а это, наверное, тот парень, в которого можно влюбиться. Мне, признаться, она не нравится. Вот тебе на. Ты же сам согласился. Она хороша. Да как-то не того. И нос длинный. И по-французски не знает. Она что тебе по-французски-то? Ну, все-таки невеста должна знать по-французски. Почему ж? Да потому что, ну, я не знаю почему... А все у нее будет уже как-то не того. Она красавица. Просто красавица. Такой девицы не сыщешь нигде. Поначалу она мне и самому приглянулась. Потом рассмотрел. Гляжу, что длинный нос. Эх, Перей, не нашел дверей. Это, брат, такая девица. А ты глаза рассмотри. Глаза... Это черт знает, какие глаза. Говорят, дышат,
А нос? Я не знаю, такой нос — это белизна, алебастр. Да и не всякий алебастр сравнится. Рассмотри сам хорошенько. Но теперь-то я и сам вижу, что как будто она хороша. На следующий день он мне снова звонит. Вся неделя прошла вот в таком вот как бы приятном духе. Я чувствовала, что у меня появляется сила, я чувствовала, что у меня растут из спины крылья. Потом, через неделю, я поняла, что все-таки я в него влюбилась, потому что был его концерт. Он попросил меня выйти в образе, собственно, таком вот фетиш, металл. Ну, хотя у него группа поп-панк. Он попросил себя накрасить, и вот когда сделали фотографии, я смотрела и думала, блин, влюбляюсь, но нельзя. Не хотела в него влюбляться по той причине, что догадывалась, что это за человек. Кстати, когда вот мы тоже с ним сидели в ресторане, ну, в этом суши, я посмотрела на его руку. Я тогда поняла, что, ну, ничего не получится. Но потом, спустя неделю, вот он такой говорит, типа, вот там, ты когда-то зашла, симпатичный мальчик один на тебя посмотрел, сказал, ой, какая девушка. Он говорит, это моя. Ну, такой говорит, а, понятно. Якобы вот ехали в метро, я говорю, а что, я раз твоя девушка? Он говорит, ну, да. Я говорю, а я думала, мы просто мутим. И как оказалось, у меня вот уже неделю был молодой человек. У нас медового месяца не было, у нас был медовый год. Вот, он говорил мне такие вещи, он вот, именно вот телепатия вот эта вот была, вот это вот самое главное, была телепатия вот эта сильная. Потом он мне написал письмо на Новый год, он мне там подписался и бабушка, и дедушка, и внучек, и в общем, я чувствовала, что это как бы действительно так, что мы вот связаны чем-то духовно, вот именно, ну не просто, вот, понимаете, секс, там, страсть, ну, господи, ну знаете, вот, а именно вот чем-то вот духовно связаны таким вот, ну как родные, короче, вот. Вот самое главное было. И поэтому, когда он заявил, что он возвращается в семью, это было, в общем, как гром с ясного неба. Хотя я помню, он еще в Косыгином дворике, когда мы поехали вместе на концерт, вот, я его там обнимала в трамвае, вот, а он это самое, там, берите ручки, там, типа, начал кокетничать, почему так фамильярно себя ведете, там, то-то, все, в общем, вот в таком духе, там. То есть я чувствовала, что он выделывается, но что до такой степени, уж это, конечно, не... До такой степени не ожидала, что такие крутые повороты он. То есть 3 раза вы подавали заявление? Да, развод все время он мне мешал. И 3 раза забирали? Забираю он, и снова 3 года или 5 лет терплю. И так прошла вся жизнь, все 30 лет. Когда мы расстались, вот, он писал мне смс-ки всякие, что вот, типа, там невозможно без тебя и прочее, начал предлагать вот эти дурацкие варианты, типа, даже не друзьями, а нам надо возобновить отношения, пишет мне смс-ку малыш, нам надо срочно возобновить отношения, мы не сможем друг без друга не сможем, но только без секса. Я думаю, ничего себе, нормально. Нормально, без секса отношения, а какие же это отношения? Мне нужно было именно, чтобы рядом был любимый человек, близкий, чтобы он для меня был как бы там и мужем, ну или хотя бы любовником постоянным. Вот, и чтобы выступать с ним можно было вместе. И после ночного концерта, я не знаю, там прийти, извиняюсь, койку завалиться. Ну, как это все без секса? Я не представляю вообще, как это может быть.
А что это? Что, как ты это понимаешь вообще? Что... Ну, я это понимаю именно как ханжество. По-другому я совершенно не могу это интерпретировать. Но ты уверена, что ты для него не друг, а именно женщина, которая его интересует? Да. Ну, тогда попробуй этот метод. Когда у него будет ощущение, что ты ускользаешь, вполне возможно, что он попытается, придет к более решительным действиям, типа женитьбы и так далее. Но опять все зависит от его возраста. Если ему 20 лет, и он думает, что у него впереди большая жизнь, а женитьба ему помешает, то вряд ли тебе что-то поможет. А если ему 55? И получилось так, что он подвинулся ко мне на стуле, взял мою ногу, поставил ее между своих ног на стул, и она упиралась просто в его член. Вот. А вторая нога просто была согнута, ну, так тоже раздвинуты ноги, и все вот повернуто к нему, чтобы он все это видел, чтобы он легко массировать мог, как он массировал. Потому что когда я делала в прошлый раз, мне женщина делала это УЗИ, меня вообще не разворачивали к ним лицом, а тут он меня развернул, еще поставил мою ногу одну на стул, где он сидит, раздвинувши ноги, и упираясь в его член. Ну, член, надеюсь, был возбужденный или нет? Я не поняла. Вроде бы нет. Но он же уже ему лет 55, где-то так. Он не молодой. Ну вот не молодые же часто на молодых западают. Западают, да. Пока есть потенциальная сила, сила любви, то есть и творчество. Если нет этой силы, то творчества нет. Так вот, поэты, выходя замуж, жене, ну да, и по этой девушке, по этой поэтесс, вот, они эту силу теряют. А как же Пушкин? А Пушкин как раз из-за этой самой женитьбы поплатился жизнью. Пока он гулял налево-направо, направо-налево, у него все хорошо шло, стихи шли рекой. А стоило только обзавестись вот семьей, и сразу же он начал, как бы сказать, как собственник, это мое. Он с одной стороны был самец, который осваивал любовь других дам и посвящал другим дамам, да, стихи. Но, с другой стороны, он не мог поделиться Натальей. И чем все кончилось? Тем, что взяли его и убили. Это... Так вот, я и говорю, что поэт на самом деле должен быть холостым. И первое время я тебе говорю, самое будет лучшее. Если ты вообще с первого свидания сбежишь, вот исчезнешь, уйдешь в туалет, например, и не вернешься. Это очень заинтересовывает любого мужчину. Так. Мой опыт показывает, что это именно так. Да, то есть просто взять и уйти. Да, но при этом у него должен остаться или твой телефон, или твоя подруга, которая даст ему твой телефон. Вот. И если вот, например, самая первая встреча, вы только познакомились, можешь наговорить его комплиментов и так далее, там, настроить план на будущее, поедем туда-сюда, вот, и исчезнуть. Хорошо, а вот дальше. Вот я исчезаю. А он не звонит. Ну, тогда он тобой не заинтересовался. Хорошо. Сложно что-то поделать. А если он заинтересовался и позвонил? И вот спросила, почему вот я исчезла? Ну, ты скажи, извини, я там. Найди причину, почему. В принципе, обычно они даже не спрашивают, почему. А если спросят? Я засмущалась. Ага. А вот дальше... Вот я такая странная, такая загадочная. Вот у меня бывают такие перепады настроения. И дальше. Назначаешь свидание первое, серьезное, он тебя ждет с букетом цветов, а ты не приходишь. Он тебе звонит. Извини, у меня депрессия. Я не приду. Вот. И тут как раз мне встретилась другая девушка. Она была, конечно, тоже такой интеллектуалкой. Все очень тихой, спокойной, скромной девушкой. Вот. Она мне очень сразу понравилась. Ну, она была еще в тот момент девственницей. И у нас с ней был очень долгий период, когда она хотела стать женщиной. Она хотела... Но у нее была мужская боязнь. И когда вот только-только... Я ее спрашивал, я ее спрашивал честно. Я ей предлагал капли, опять-таки.
которые были уже. Я ей говорил, что, может быть, с Каплем будет лучше. Я ей рассказывал про предыдущую подругу. Я говорил, что вот с Каплем ее, она испытывала любопытство. А ты... если беленькую хлопнуть перед этим? Лучше коньячку. Ты знаешь, нет, с коньячком прошло бы классно. Мы пробовали очень разные варианты. И коньяки, и не коньяки. И совсем не коньяки. И совсем не коньяки. И кофе даже с каплями. Но, понимаешь, когда дело доходило до дела, что было? У нее был дикий крик. Вот. А тебя это возбуждало? Нет, меня это наоборот пугало. Я подумал, что я потом стану заикой после этого крика. Ну, нужно учесть еще, что он мне постоянно говорил про свою бывшую девушку. Вот, причем, ну, говорил такие вещи, которые, ну, не знаю, мне как-то они не совсем приятны были. Допустим, там говорил, вот там у меня бывшая девушка, одевается там-то, там-то. Я так смотрю, думаю, да, а у меня три четверти шкафа опрашка. Вот, как бы, ну, мне это было как бы обидно слышать по той причине, что мне казалось, что он нас сравнивает. Он постоянно говорил, вот, Элечка, я так думаю, да, Элечка, блин. Я еще просто посмотрела на ее фотографии, подумала, блин, извините за выражение, куда вот этой девушки до меня? Это коротконогая, усатая. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем. Какое предпочитает? Она от тебя без памяти. Такая любовь. Каких только имен не надавала. Такая страсть. Так и кипит. А в самом деле, женщина, если захочет, каких только слов не наговорит. Век бы не надумал. Мордашечка. Таракашечка. Чернушка. Это еще что за слова? Как женишься первые 2 месяца, такие слова пойдут. Ну, брат, так и таешь. Будто. Послушай, теперь к делу. Как откроешь сердце, сию же минуту требую ее руку. А зачем же сию же минуту, что ты? Непременно сию же минуту. А вот она и сама. Надо просто сказать, что там какой-нибудь мифический Витя Коля позвал тебя замуж. Ну вот ты думаешь, тебе больше нравятся солидные мужчины, а не молодые сосунки. Может быть, это его заставит задуматься. Спроси его совета, выходить тебе замуж за Колю, Васю и так далее. Нужно спросить у него совета, выходить ли мне замуж за другого. И посмотри на его реакцию. А вообще пособие очень хорошее по поводу «Как выйти замуж» — это «Моя прекрасная няня» сериал. Да? Да, очень интересно. Сколько ей усилий потребовалось, чтобы женить на себе человек, который, в принципе, ее любил. То есть вот нужно как вот она, да? Да, да. 10 000 мужчин, в каждой серии новый. Я повез ее на турбазу, где сосны, где озера, где воздух, где природа, где бегают маленькие собачки, где бегают маленькие дети. Вот, я ее спрашиваю, ну ты готова, как это в песне поется, вы готовы пойти со мной, да? Mm-hmm. Вот, вы готовы пойти со мной? Готова. Но вот только я начинаю подступать ближе, опять крик. Вот. Ну ладно, это если было днем. Ну, днем еще люди думали, что это там, мало ли, на кошки там на хвост стали или так далее. А ночью сбегала вся турбаза. Думали, что я там то ли кого-то режу, то ли насилую, ну и так далее. Короче, зря я ездил на турбазу, ничего из этого не вышло. Это проходит только с порядочными мужчинами. Нужно завести ребенка раньше свадьбы. Потому что за этим последует свадьба, если он порядочный. А от кого? От него. Обязательно от него? Или можно от кого-то другого? Ну, тогда надо создать иллюзию, по крайней мере, что от него. Ага. Когда вот мы еще с ним были на турбазе, в других местах осталось замечать и интересную вещь, что какие-то там люди, вот которые соседи, допустим, ходят и что-то все ищут. Там, у кого пропал, там, не знаю, галстук, у кого там ботинок, причем один, у кого шнуровка из ботинка. И оказывается, она, эта девушка, страдала клептоманией. Да? Она таскала у разных людей. Или, допустим, мы с ней где-то там были, потом я уже спрашивал у этих людей, у вас ничего не пропало. Я говорю, если что-то у вас пропало, вы мне скажите, как бы я вам верну. Ну вот, ну и часто люди мне говорят, да, извините, у нас там мы ложек не досчитались, вилок, мы там утюга, допустим, мы кипятильник. Ну что, прикольно бы жили, она воровала, ты возвращала. Должен быть секс раз. Во-вторых, без средств контрацепции. Если они были использованы, то должны порваться, например.
процессе. Кто? Средства контрацепции. Какие? Презерватив. А. То есть нужно купить дешевый китайский презерватив, сказать, дорогой, я позаботилась о контрацепции. И заранее там еще на всякий случай дырочку прокалывала. И вот они поженились. Ну, где-то через пару лет все пошло наперекосяк, потому что он пил. Да. В результате. Ну, такая банальная пили, ситуация. Дрались, ситуация эта банальная. В итоге все закончилось разводом, угу. После того, как он накануне Нового года продал елку и деньги пропил. И вот жена поняла, что это уже все, это край. Это потрясающе. Накануне Нового года продать елку, это не укладывалось в ее голове. Я говорю, какие слова ты на жену говоришь? Другие за всю жизнь такие слова. А ты разве жена? Да посмотри на себя в зеркало. И не можешь сказать, кикимора на меня. А вы ему? Я говорю, хорошо. А кикимора, между прочим, лучший друг лешего. А ты леший. Я все обращаю в шутку, как бы. Но это шутить так надоело, и уже здесь столько сюда накапало, что я уже не, эти шутки уже, ну, перед детьми, чтобы мне не было так, может, стыдно, обидно. Но это сказано не то, что в шутку, а это сказано зло. Я же чувствую интонацию человека, что как он это говорит. Обидно говорит. Рейтинг себе поднимает, всячески, что он такой, что его все хотят и так далее. Кто его хочет? Он туалетной бумагой торгует. Ну, противно. Он ведет себя противно, потому что так неприятно, когда при всех, не стесняясь, начинает щупать женщин. Это же, ну, не знаю, как... Неэлегантно. Я не понимаю, Костя абсолютно не понимает, что может быть у него общего с ним. Я вошла на кухню, он эту Иру... Вот так схватил вот так охапкой, вот так возит ее по себе, вот так возит ее по себе. Вы думаете, это... А для чего? Я в ужас пришла, я закричала. Ой, мама моя, что вы закричали? Я сама видела. А он? Он опустил ее и все. А то есть он нахапкой трахал ее, что ли? Как ни в чем не бывало. Он что, трахал ее или просто так? На кухне это было, не трахала. Водил ее она, он просто водил ее. А водил? Ну, хотел бы. Он чесался. Возбудите, что я не знаю, не, что он чесался. Не-не, он чесался. Я не знаю, что он хотел, это было неприлично. Ну, он же не знал, что вы войдете, цицилиан. Какая? А если я не войду? Это что, прилично так женщина обратилась? Ну, смотри, женщины не такие вещи делают один на Нет, один. Это мерзко. А как надо, цицилиан, женщина обращаться? А? Она кричала. Крича от радости? Да, именно. Ну, я сказал, когда я ее увидел, один раз я сказал, плачу, Ира, любые деньги. Я сказал... Это я помню. Она такая была эротичная, видно, она опытная девушка. Она хорошенькая. Хорошенькая девушка. Я даже ее хотел пощупать. Вы, сударыня, какой цветок больше любите? А который покрепче пахнет, гвоздикус? Дамам очень. Идут цветы. Да-с. Приятное занятие. А в которой церкви вы были в прошлое воскресенье? В Вознесенской. А неделю тому назад был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше. Вот скоро будет Екатеринговское гуляние. Да-с, через месяц, кажется. Даже и месяца не будет. Должно быть, веселое будет гуляние. Сегодня 8-е число. 9-е, 10-е, 11-е, 12-е. Через 22 дни. Представьте, как скоро. Я сегодняшнего дня даже не считаю. У меня был знакомый, например. Он женился на одной девушке. Она работала патологоанатомом. Угу. Он говорит, все было хорошо. Там вообще никаких проблем не было. Он говорит, ну, как вечером она начинает готовить ужин, она начинает резать ножом колбасу,
Я представляю, что она этими руками вскрывала труп и доставала кишки и копалась. Он говорит, я уже все, меня начинает выворачивать наизнанку. А какой это смелый русский народ. Как? А работники? Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома, да щекотурщик щекотурит. И не боится ничего. Как? А это в каком месте? А вот по дороге, по которой я всякий день хожу в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность. А вы уже хотите? Тасс, извините, что, может быть, наскучил вам. Как можно, напротив, я должна вас благодарить за подобное препровождение времени. Мне так право кажется, что я наскучил. Ах, право нет. Ну так если нет, так позвольте мне следующий, в другое время, вечерком как-нибудь. Очень. Приятно-с. И вот я случайно осталась на ночь. Да, вот метро уже закрыто, на такси вообще опасно ездить. Ложишься в соседнем в соседней комнате на диванчике. А если ночью он приходит? Ну, обычно они все приходят ночью. Ну, даешь отворот-поворот. Ты же сказал, что ты, что ничего не будет. Они, как правило, все это обещают, потом все ночью приходят. Ну вот, строишь оскорбленную невинность. Так. Ну, это если у вас ничего не было. Если уже что-то было, я не знаю, это, наверное, уже глупо. Ну, хорошо, а если что-то уже было, но все-таки надо его поставить как бы на место, что вот надо бы жениться, а вот он хочет секса. Скажи, я собралась замуж за Колю Васю, у нас с тобой больше ничего не может быть. Тогда зачем я пришла и осталась на ночь? А так получилось. Меня к тебе тянет, но Коля Вася мне дает ощущение стабильности. А если он скажет, что меня любит и любит? Если ты меня любишь, ты на мне женишься. Тогда, а не так, слово «женишься» не станет, тогда ты свяжешь со мной всю жизнь. А любовь на 2 недели мне не нужна. Он говорит, не нравится, я тебя не держу всю жизнь так. Я говорю, не то, что не, да, оскорбление не нравится. У меня сестра, вот, например, Ольга, они с мужем. Говорят, ты думаешь, мы не ругаемся? Ругаемся. Но не оскорбляем так, после которых человек один на север, другой на юг и никогда не увидится. Ты вот он так меня оскорбляет, что люди после этого не должны вообще вместе находиться в одной квартире. Я вот хожу и ненавижу уже его. А когда женщина любит человека, она любит смотреть, как мужчина кушает. А я не могу смотреть, вот как он кушает. Вот это все, он уже жирный, вот это обрюзшее тело его. А во время депрессника он говорит, типа, я, типа, уйду в наркотрэш. Я была против наркотиков, против всего этого. Ну, он такой говорит, типа, нет, уйду один. А он пошел без меня на встречу с друзьями. Вот, потом я получаю такую смс, типа, Вика, я вставился хмуром. Он просто до этого сидел полгода на героине, когда ему было 14 лет. Он 17 лет употребляет гашиш. А когда ему исполнилось 20, он стал употреблять то, с чего начал употреблять героин. Ну, после этого. Вот, он такой пишет, Вика вставился хмуро, все заебись. У меня упали руки, у меня началась истерика. Я как бы до этого не знала, что, ну, я как бы знала до этого, что он наркоман, что он сидел на героине полгода. Как бы мне было безумно плохо, у меня была огромная дилемма, что делать, как бы оставаться с ним или бросить его. Потому что мне все говорили, Вика, бросай наркомана, наркоман до добра не доведет, потому что он такая останется. Я как бы свято верила, думала, может быть, я стану чем-то тем, что бы смогло вот справить человека. Ну, как и мы с тобой кайфуем и забываем обо всем, кайфуем и опять тебя целую. И ты опять меня целуешь и забываешь обо всем. Та-ла-ла-лам, та-ла-ла-лам, та-ла-лам, ла-ла-ла-лам, та-ла-ла-ла-ла-ла-лам. В общем, песня, слова хорошие, надо только изучить слова. Та-ла-ла-лам, та-ла-ла-лам, та-ла-лам. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем и забываем обо всем. Там-да-т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 ам-да
Стало быть, сердце ты ей уже открыл. Ну, разве что пока сердце не открыл. Вот тебе история. А чего не открыл-то? Ну, как же ты хочешь? Чтобы мы еще пока не поговорили ни о чем. Я сказал вдруг сбоку припеку. Сударыня, дайте на вас женюсь. Вот тебе на. О чем же вы битые полчаса толковали? Ну, мы обо всем поговорили. И, признаться, я очень доволен. Что ж мы... Как же... Нам через час в церковь венчаться. Как же мы все успеем-то? Да что ты. Сейчас под венец? А почему же нет? Сейчас под венец? Ну, ты же слово дал. Я бы хотела с ним еще поговорить. Жаль, он ушел так скоро. И с ним так приятно разговаривать. И что хорошо ведь, он не пустословит. Я вот, признаться, тоже хотела ему сказать два словца. Но я оробела, сердце так стало биться. Ой, ну такой приятный человек. Слово-то я дал. Но ты сам посуди. Как же это мы? Месяц надо дать для роздыху. Месяц? Ходил, ходил, и так вот, в конце концов, мы... У нас была ночь любви, и он все эти 12 дней прожил у меня. В итоге его мамаша на меня была очень злая, что это я его, понимаешь? Получилось, что я его так заохмутала, что ли, они на меня все злые. Если, может быть, этой ночи не было, так, может, они его бы отговорили. А тут, в общем, он прилип ко мне. А тут еще это, да. Потом я написала, что я беременна. Тут вообще, он говорит, ты меня обманула. Я не обманула, у меня на самом деле просто было подозрение на беременность. Была, потом все. Обошлось, правда, это мне троюродная сестра, ну, по тем временам, какие-то таблетки дала. Я их 6 штук проглотила. Потому что вам легче переспать неизвестно с кем, чем подумать, с кем вы будете спать. Это не так. Да так, так. Да нет, конечно. Даже если бы ты подумал немножко, ты бы понял, что девушку, тем более молодую, тем более у которой никогда не было мужчин, это надо очень большую на себя ответственность взять, чтобы с ней чем-то там заниматься. Все. Ну, рано или поздно кто-то должен брать такую ответственность. Ну, если хочешь ты, так ты за это и расплачивайся. Вот, так я расплачивался, знаешь, я потом всем людям возвращал галстуки, шнурки, там, зеркала, автомобили. Так это ты захотел, это не то дело, что женщины сумасшедшие вокруг, а дело в том, что ты с такими общаешься. Ну, нарвался. Ну, послушай, Иван Кузьмич, ну не упрямься, душенька. Ну, женись теперь. Помилуй, брат, что ты говоришь? Как же теперь? Ну, Иван Кузьмич, не хочешь для себя? Ну, для меня, по крайней мере. Ну, право, нельзя. Ну, можно. Можно, душа, можно. Ты не капризничай, женись. Право, нет. Неловко, совсем неловко. Ну, ловко, все ловко. Кто тебе сказал такую глупость? Сам посуди, ты ведь человек умный. Да если было можно, я бы... Иван Кузьмич, ну, лапушка, милочка, ну, женись. Собственно, я лежу, сплю. Ну, думаю, типа, вот 10 утра он будет выезжать с просвещения, я как раз успею там привести себя в порядок, приготовить ему кушать. Ну, вот у меня мама ушла в 8 на работу, он мне такой в 8 звонит, говорит, Вика, какой у тебя номер квартиры? Я говорю, ну, 13. Такая еще сон, не понимаю, еще такой, потом, пиздец, он же через 5 минут придет. Я там быстро встаю, такая сонная. Привет. Он такой, привет. Вот, обнялись. Он от него веяло холодом, таким легким. Ну, веяло холодом, потому что был с улицы. Обнялись, там я от него не могла отцепиться 5 минут. А если он скажет, что мне не нужно жениться? А ты скажи, почему не нужно? Разве вы знаете лучше меня это? Нужно мне жениться или нет? Нет, ну... Я женщина, я хочу семью, я хочу детей. Он же старше, он понимает, что он уже прошел через это. Он понимает, что это не нужно. Он старше, он понимает, может быть, ему это не нужно. Он прошел. Но каждый хочет учиться на своих ошибках. Я пришел к вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только я хотел бы прежде знать, не покажется ли оно вам странным. Что же такое? Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли странно? Я не могу знать, что такое. Но признайтесь, верно вам покажется странным то, что я хочу вам сказать? Помилуйте, как может быть странным от вас все приятно слышать.
Но этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. А что же это такое? Да это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это. Но все еще как-то сомневаюсь. Чего же вы сомневаетесь? Мне вот чем с ним сидеть, я готова и ночью оставаться на работе. Чтобы вот не видеть, как он сидит ко мне спиной. Мы 3 месяца, я его лица не вижу. Он ко мне когда не поворачивается. А когда я хочу с ним разговаривать, то он так берет пульт вот так мне. Громко включает звук и меня заглушает. Знаешь, как обидно? Mm-hmm. Это очень обидно. Вы видите, он без вас жить не может, существовать. Готовы ли вы его осчастливить? Помилуй, что ты? Так что же, сударыня? Готовы ли вы доставить всему смертному счастье? Ну, я не смею думать, что я могла бы составить счастье. А впрочем, я согласна. Ну, потом началась осень, началась осенняя депрессия, у нас начался кризис в отношениях. То, что я ему постоянно закатывала истерики насчет того, что он принимает гашиш и постоянно говорит мне про свою бывшую. Вот, истерики у меня тоже начинались из-за того, что я просто не видела смысла в жизни, то, что со мной перестали работать фотографы, у меня вот тоже творческий кризис, грубо говоря, начался, и обыкновенный кризис, то, что я писать стихи не могла. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Так дрожь пробирает. Прощай, моя прежняя девичья жизнь. Жила-жила вот так вот, в спокойствии. А теперь приходится выходить замуж. Забот-то сколько одних. Дети, мальчишки. Но они народ дрочливый. Вот девочки пойдут. Подрастут, потом выдавай их замуж. Да хорошо, если за хороших. А если вот за пьяниц? Или за тех, кто сегодня готов на карточку поставить все, что не есть на нем? Повеселиться я не успела в своем девичьем состоянии. Всего 27 лет в девках пробыла. Ой, что же Иван Кузьмич так долго мешкает-то? Вот, и потом вот была такая ситуация, собственно, закат, 33-я поликлиника детская. Он меня обнял сзади, говорит: «Вика, я вот хочу тебя как-то так назвать, но думаю, это как бы... Только ты потом, ну, не позволяй себе вольности». Прошептал мне на ухо любимое. Я к нему повернулась, у меня слезы посыпались из глаз, потому что, ну, первая в жизни, можно так сказать, моя взаимная любовь была. Причем я понимала тоже, что человек мне безумно нравится, что мне никто кроме него не нужен. Отпусти ты меня, отпусти, не держи мою душу в тисках, ты прости этот крик ей, прости, это боль калашматит в висках, это сердце тревожно стучит, разрывая несчастную плоть, все мы сами себе
палачи. Все мы жертвы. Храни нас, Господь. Отпусти же меня. Отпусти. Нет. Держи меня. Не отпускай. Без тебя не найти мне пути в долгожданный, обещанный рай. Без тебя мне вертеться в аду на заслуженной сковороде. Я и сам от тебя не уйду. Я с тобой буду вместе везде, потому что я тоже твой крест, как нам некто с небес прописал. Даже если тебе надоест, не прогонишь, как блудного пса, потому что между нами магний или химия, или свеча, и горят золотые огни в твоих серых бездонных очах. Будем жить не во ржи, не по лжи. Нас не съест никакая тоска. Так держи меня, крепче держи. Никуда меня не отпускай.